Вторые выходные июля удивили горожан градом. Снежный ливень и порывистый ветер зафиксировали жители разных районов областного центра. В распоряжении нашего телеканала оказались эти кадры. Видно, что крупные градины даже не сразу тают. В гидромедцентре сюрпризом погоды удивляться не привыкли. Отмечают, град в июле вполне закономерное явление. А вот температура воздуха уже второй месяц существенно ниже климатической нормы. В июне на целых 3 градуса. Сейчас Иваново находится в тылу дождливого циклона, поэтому уже пару недель погода без прояснений. Но синоптики успокаивают, лето ивановцы все же увидят. По данным гидромедцентра, по долгосрочным прогнозам, ориентировочно где-то с середины недели у нас все-таки лето наступит. То есть где-то со среды мы ждем уже улучшения погодных условий. Температура воздуха ожидается в пределах 20-25 градусов.